Сила рыбалки. Чем выше этот параметр, тем ценней будет наш улов. Приманку начнут чаще клевать, а хлам перестанет ловиться. Силы увеличивают два главных кита рыболовства. Первый – это обмундирование. Аксессуары, броня, удочки, приманки и зелья. Из аксессуаров это серьга, рыбацкая сумка и ловозащитная рыбацкая сумка. Из брони – это сет рыболова. Что касается удочек, то они увеличивают силу рыбалки от 5 до 50%, максимальный бонус дает золотая удочка. С приманками схожи. Тоже механизм от 5 до 50%, их больше 40, самая доступная из них это приманка мастера. Из зелий это зелье рыбалки, еще плюс 15%. Второй кит это внешние факторы. Время суток, погода и фаза луны. В идеале нужно ловить рыбу с 4:30 до 6:00 утра в дождливую облачную погоду в полнолуние. Все это повысит силу рыбалки еще в два раза, доведя ее до бешеных 300 единиц. С ними вы с лихвой выловите даже самые невероятно редкие предметы.